любишь дотку и хочешь стать круче? На сайте anylevel.com ты сможешь заказать перекалибровку для своего аккаунта. Буст ранга от 150 рублей. Получить персональную тренировку или купить аккаунт. Ссылка в описании. Просто, блять, урод, геймрунер. Получил рандом теперь. Найс, что, найс команда. Мидер не хочет пикать. Потому что он думает, что мидер должен постоянно пикать. Когда мидера сложнее законтрить, чем кэрри. Будва. Мидер только что заруинил игру, мы проебали. Что поделать? Как мы выиграем против Террорблейда? Как мы выиграем против Террорблейда с одним лейтом, я хз. Не, ну мы можем выиграть, потому что у нас есть этот... У нас есть Shadow Demon, во-первых, против ТБ. У нас есть этот новый герой, есть Шейкер еще. То есть в теории выиграть можно, но уже играет минус мораль. Потому что, ну, мидер придурок полный руинерт. Берет сразу с нулевой секунды руинит. Класс. Как можно не давать кэрри ластпикнуть, когда все всегда контрят кэрри? Никто никогда не смотрит, блядь, на мидеров, на саппортов. Все стремятся законтрить кэрри в первую очередь. Это, блядь, азы, сука. Причем он хотел пикнуть СФа, и он не пикает, как бы, он думает, что СФа кто-нибудь законтрит. Как вообще СФа можно законтрить, спрашивается? СФ или сосет, или ебашит против всех героев одинаково. Как можно СФа законтрить? Я не могу понять. Как можно СФа законтрить? Почему этот уебок не мог пикнуть СФа? Просто такое животное, просто такая мразь конченная, просто, блядь, сучья тварь, просто такая мразь. Ну, эта игра проиграна. Там забрали, наверное. У нас 3 баунти. О, сейчас умрет. Что ты делаешь? Чем ты остался, когда ты видел, что... Блядь. Окей, мы проебали. Не, я не хочу играть, я не могу играть. Все, я не могу играть. Я проебал только что еще один стан. Это уже... Настолько невозможно минус мораль, что игру уж играть точно нельзя. Долбоеб нафидел кору, я проебал еще один стан, у меня 2 стана проебано. Играть точно нельзя уже, это настолько минус мораль. С такой минус морали уже не выбраться никогда в жизни. Это настолько эпическая минус мораль. И нету топора на лайне. Не, все, это все. Это гарантированный луз. С такой минус морали уже нельзя выбраться, с нее невозможно выбраться. Нету топорика, нету ничего, трипла, невозможно играть. С такого уже нельзя выбраться. Это такое дерьмо, ты в таком уже дерьме. С такого нельзя выбраться. Я не могу играть, все, пизда. Я не могу на такой минус морали играть, когда все долбоебы руинят. Чем я пошел стан кидать? Я что, знал, что долбоеб решит умирать? Затонай крипа рейндж! Что это такое? Что он делает? Будва. Почему рейндж крипа не донает? Почему он дает ему каждого крипа? 100% крипов, 100% фрифарма. Почему? Я понять не могу до сих пор. Почему он всех крипов ему отдает? Ну что всех! Еще? Всех! У него топ 600, у тебя 5 диван. Овк лучше оставит вас в пик тому, у кого больше потерь. Бля... Иди нахуй, пошел! Пошел нахуй. Каким быть кончим, чтобы такое высрать? Будто бы я обычный игрок, на которого это распространяется. Пойдет герой жесткий. Вы видели этого героя? Ну я же говорил, что он жесткий. Я же говорю, что он имбалансный. Моё, блядь! Я же говорю, что он имбалансный. Это вообще пиздец. Вы видели, что там было? Этот герой просто нереальная имба. Это пиздец. Просто нереальная имба. Наверное, мы даже сможем выиграть. Все-таки у нас герой имбалансный есть. Мы его разве убьем? У меня стан еще будет, но... А, ну мы убьем. Все, попаду станом. Ну да. Еще раз. Найс. Пайт, что демон задрот или что? Не, не убью его. Тут Баратрум бежит на тебя, алё. Блядь, ну там Баратрум бежит на него уже.
Слишком поздно. Лол. Не ожидал. Я слишком поздно деревья прорубил, ну потому что редко играю. Нет моментальной реакции. Ебать! Ульта этого нового героя в действии. Посмотрите это, посмотрите, это саппорт! Это саппорт! В соло убивает двух коров 11 уровня! Ну ладно, не в соло, но вы поняли. Восьмой уровень напал на двух коров 11-го. Мидер и изилайнер. Разъебано! Какая же имба! Там была ульта, я так понял, плюс жучок, плюс ульта шатов дневного на двоих. Но это нереально, это супер имба. Супер мега имба. Настоящий? Это настоящий. Ой-ой-ой. Тихо, 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 тихо. Опа! F5! Бля, я не хочу никуда идти, это пиздец, у меня ничего нету. Хотя, ассист получить. Какой же этот герой ебанутый! Я никогда не хочу против него играть, это вообще жесть. Он слишком ебанутый. Но этот герой читерский, он просто полный пиздец. О, ура! Мне придется к Шрайну идти. И я как раз прокачал 12 уровень, то есть у меня реинкарнация 120. Эх. Ну смотришь на нее. Пизда ему. Пиздец. От этого героя сейчас хуй убежишь, когда он тебя зацепил, ты уже ничего не сделаешь, потому что на тебе сидит жук, плюс он сам бежит в этой хуйне, да, ну, в Инксвелле. Ну что еще? И потом еще станет, но это полный пиздец. Ты когда-нибудь ходил на концерт Меладзе? Нет. Видел тебя недавно? Чё? Зачем так в открытую стоять со своей картиной? Я не понимаю, что такое, чел. Опа, F5! На! 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 Лежать, нахуй. Помощь? А я, кстати, умру, потому что даггер в КД. А не, нормально. Я думал, меня убивают. А чё здесь? Шадо демон его должен соло разъебать, наверное. ТБ-1 здесь? А, это Илюси. О, Фурион. Ооо, КУРИАЛИТИ! ЛЕЖАТЬ! ГОДЛАЙК! Кайф. Просто уничтожил 10 уровня настолько легко, так приятно. Байбек сразу рейдж. Какой ток? Шарик сдулся, папич. Я не понимаю, блядь. Чего, я не понимаю, сори. Там еще вокер есть. О. Бой моего рано. Крипелочка! Я был на случайно же, я хотел ПТ. У меня было ПТ на инте, когда я кидал стан. Я хотел переключить на силу. Нажал бой моего случайно. Ничего, я не смотрел. Чего тебе хорошего? Да нет, не жду вообще. Я никогда играми обычно. НА! Пизда ему. НА! НА! Хуа что? Хуа! Ебать. Ху! Let's play to win, baby! Куда ты бежишь, блядь? Ты серьезно? Помощь? Окей. Я умер? Плохо дело. Ну да, игра закончена, найс. Ну это команда виновата в первую очередь, потому что они все фидели. И Огр пошел сюда фидить, я пошел его спасать, ну да. ГГ. Найс. Кто получил фраг? Ну Фиг, что еще? Да Огр виноват, да он. Да не буду я смотреть! О, блядь. Лед с Рио и Джиоси Бойс, Интегай Уайл Рай, Форти Кинтов, Мань Тати Уилфин, Ты Интегай Уайл Цака, это бегай. Что, они вдвоем хотят подраться? Разозлись, чтобы у меня ВСТ.
Кого хуя пацана драки? Почему мы не можем просто пойти закончить? Почему эти вот драки даунские? По чуть-чуть. Сейчас у тебя будет БКБ, а потом уже Скади собирает. И проиграем Изи, потому что у нас Огр. Как бы Огр проседает к лейту. Какого хуя? Просто умер, но у меня смерть вообще ни о чем. Потому что это Огр пошел сюда фидить зачем-то аж. Вот сюда аж. И пришел, вся команда меня убила. Блять. Тупая смерть. По сути, как бы, ну... Ну, отчасти ошибка, но... А что мне делать, если команда так постоянно играть начинает? Последние 5 минут просто по одному там ходят, что делают. Ну, бал, сука. Стоялите! Не надо! Ладно. Горшан наконец-то заберем, блять. Чё тут никто не дефает? Почему, блять, сука, ФКшные ДЦПисты? Надо убить. Опа! Last hit! Надо Фуриона дефать. Где настоящий? Это настоящий? Нет, не настоящий, походу. Пизда. Где моя команда делается? Они все решили умереть. А, мы проебали бытовую, если что. Да, ГГ. Ну, сука, пидоры на команде. А, нет байбека? Чего? А, мы проебали? А, игра закончена, лол. Найс. Нет байбеков. Ну и хуй с ним. Команда даунов, anyway. Как они тут сдохли так быстро все, блядь, животные бездарные, не могут пойти закончить. Ну, блядь, здесь была такая тяжелая ситуация. У меня был даггер на КД еще буквально чуть-чуть, я не мог на инвокера блинкнуться и добить его. Потом, когда я уже успел, ну, когда даггер вышел из КД, я кинул стан, нажал Bloodstorm, ну, я успел. Но он нажал Эул на себя, к сожалению, и в итоге мы проебали инстафайт, потому что я после перерождения в ледышке я ничего не могу сделать. Бля, тупой Огр. Как же изи тут проебать бытово? Как же изи? Потому что команда не хочет выигрывать. Поэтому проебать проще простого. Вот если тут два кора сдохнут в ледышке инвокера, а так сразу финиш. Помощь? Я не могу там стоять, если я тут сдохну, это финиш. Пизда, блядь, какая-то. Я не знаю, что делать. У меня жизни нету второй. Ну, я же говорю, мы пройдем. В первую очередь из-за Огра проиграли, потому что он пикнул свою хуйню вместо победы. Тупо геймруин, блять. Ну, просто у нас нету кора на лейт, кроме меня. Вот и все. И никак не выиграть. Как выиграть, если нету кора, что делать? Опять ледышка ебаная. Куда ты дерешься? Куда он байбек тратит сразу? Я же говорю, что он зарунит, я же говорил, гайс, я говорил. Я не могу к нему подойти, опять что-то сбило, даггер. Короче, пизду. Я говорю, что мы проиграем. А как выиграть, если долбоеб на Огре взял и зарунил с нулевой минуты? И было очевидно, что мы проиграем. Просто нету героев, чтобы выиграть. Ну, невозможно играть, нет уж ни одного героя, минус трон. Что делать? Где все дебилы, непонятно. До этого понятно, что мы проиграем, я знал сразу. То, что мы не можем закончить, значит это луз. Это так, ну, дефолт. Если не можем закончить, значит команда долбоёбов, это стандарт в доте. Если ты не можешь закончить игру, значит команда пидорасов. А проиграли из-за того, что Огр, ну, из-за того, что мидер Огр.
Дефолт. Это знал последние минут 10, что мы проиграем, это постоянно уже говорил. Закончить никак невозможно. Идем на Рошана, когда очевидно, что нам пизды дадут. Ну, короче, ну, дефолт. Тупо челик заронил. Причем с нулевой минуты заронил. Сразу ну вот что еще? Рандом огра. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебом и грейпфрутовый сок.